С триумфом вернулся из аргентинского Буэнос-Айреса гимнаст Сергей Найдин. Там спортсмен завоевал сразу 4 медали различного достоинства на юношеских Олимпийских играх. Самолет с Сергеем и его тренером на борту приземлился в барнаульском аэропорту накануне вечером. Дали медали! 4 медали! Россия! Братья завоевала! В зале прилета в это время было не протолкнуться. Чемпионский дуэт встречали родственники, чиновники, журналисты. Прямо здесь же провели импровизированную автограф-сессию. Как признался юный гимнаст, за последние 2 месяца он очень соскучился по маминой еде, любит манты и пельмени. В свою очередь, тренер Сергей Степаненко рассказал, что из-за перелетов практически не спал и как можно скорее хотел оказаться дома. Через 2 года Найдину исполнится 19 лет, а ведь именно в 2020 году в Токио пройдут главные старты 4-летия. Болельщики уже говорят, что именно Сергей заслуживает, чтобы представить нашу страну на этой Олимпиаде. Очень сильно поддерживали, прям на Европе даже такой поддержки нет. Прям очень сильно кричали за всех, не только за аргентинцев, а за всех кричали. Там очередь была очень огромная. Там стояли люди на улицах и смотрели прямую трансляцию, потому что не могли попасть туда.